Всем-всем доброго денечка. Сегодня хочу запечь свининку в духовке. Был единый большой кусочек, вот он с косточкой тут идет. Я разрезала вот на такие 4 порционные кусочка, где-то примерно чуть побольше сантиметра толщиной. А для маринада я возьму киви. Тут 2 киви уже помятые вилкой. Лучок. И вот такой вот еще цитровый соус для стейка. Буду мариновать вот в этом. Все соединила, хорошенечко перемешала. Еще, конечно, немного подсолила. И сейчас закрываем пленочкой или мешочком и даем помариноваться хотя бы полчасика. Мясо хорошенечко промариновалось. Я его переложила на противень. И сейчас отправляю в духовку, разогретую на 220-230 градусов, буквально на 15-20 минут. Но здесь еще нужно смотреть готовность, конечно, по нарезке толщины вашего мяса. Чем тоньше нарезали, тем быстрее оно сготовится. Главное его не пересушить. А пока делается мясо, я сделаю гарнир. Гарнир у меня сегодня очень простой. Немного картошки и заморозки брокколи, цветная капуста и морковочка и зеленый горошек. Просто слегка это все обжарю. Мясо уже запеклось, аромат стоит обалденный, пора доставать. Ну и овощи, естественно, тоже уже готовы. И вот такая вот красота и вкуснота у нас получилась. Сверху еще я положила жареный лучок, который обжаривался вместе с мясом. Он очень ароматный, такой сочный, вобрал тоже в себя все вкусы маринада. Да и посерединке положила овощи. Мне остается только пожелать всем приятного аппетита, замечательного настроения и всего самого-самого хорошего.